В сарафанчике, простеньком таком. Наташа говорит, что он дачный, но я чувствую себя богиней. А какие еще наизусть вы знаете мою фразу? Да много всяких. Ну, девочки. Тишина. Белла, смотри. Я зла. Я очень зла. Белла, смотри, муха. Зачем ты это говоришь? Чтобы все знали, какая ты. Еще я помню, когда день телевизора в руках. А еще ты вот так вот снимаешь? Да. Да, Люда. Еще, типа, стопы. Кать, ты еще вот так делаешь. Ну ты реально такая. Это, не смотри в камеру. Кать, ты еще и фиатрины снимаешь. Ты вот так вы снимаешь? Вы что делаете? Вы стопы хоть тяните, пока вот они не увидят. Вот, смотри, ты снимаешь даже. Ты ходишь со своим телефоном в прямом эфире и падаешь с ним туда. Да, а еще это... Живем. Документальное кино. Тишина! Что ты такая? Тишина! Вот там каждый день. Берковская, что за армянское радио? Чё? А еще Катя такая, может быть, ты русский не понимаешь? Я такая, что такое? Гравитация! Не знаю. Ты мое радио. Раньше армянским радио была Варя Горбачева. Да, оно как-то это по наследству переходит. А еще, Катя, вы танцуйте, а я вам дам замашку. Ой, я вам не дала замашку. Последний раз танцуем и по домам пойдем. Ну еще раз. Еще пару сотен раз. А еще в кратком, я помню, как Семену придумывали название для слов. Диалог или монолог? Пусть будет монодиалог. Вау. Я сейчас умру просто. А еще вот это было. Я вас убью. Птицелов. И вот это, конечно, легенда. А еще так, девочки, выходим на улицу, садимся, тянуться с АП.